Всем большой привет! Сегодня мы с вами будем паковать посылки, которые... То, что мы продали на выходных. Хочу вам показать то, что я продала на выходных. Как я буду это все паковать. Покажу вам принтер, которым я пользуюсь. Покажу, ну, в общем, все мелочи и тонкости. Поэтому давайте смотреть. А на этой неделе, вернее, вчера у меня продалась эта шкурка. Помните, которую я находила от фирмы Vince? Продалась она у меня на eBay за $100. Так, собаки пришли сюда. У меня закончились мои карточки, которые со всеми моими сайтами. И вот такие вот карточки классные я сегодня нашла на Goodly. И я просто их подписала. Спасибо. И вот такие вот карточки я ложу сегодня в посылке. Значит, на eBay у меня... Я так помню, если мне не изменяет память, это Priority Mail. Priority Mail, вот такие вот коробки, вот такие вот конверты, это все вы можете заказать онлайн, когда вы идете на USPS.com, и там вы идете шопинг, я так понимаю, и вы можете заказать всякие пакеты, коробки, все, что захотите, бесплатно. Но помните, что это только Priority Mail. Допустим, вот эта вещь и вот эта вещь у меня продалась... и доставка First Class Mail. Там вот эти вот коробки я уже не могу использовать. Там я уже должна использовать простую какую-то коробку, чтобы не было никаких надписей. Иначе они просто вернут обратно. Так что вот такие вам тонкости. Значит, вот эти вот две продажи здесь, которые сейчас я вам показываю, это был у меня на Poshmark. На Poshmark всегда Priority Mail. В коробочку сейчас буду паковать. Это, значит, Free People, размер medium, такой вот кардиган, он новый с этикеткой, $108. Он у меня лежал достаточно долго, и поэтому мне было совершенно не жалко продать его за $25. Дальше одна девушка у меня купила целый бандл, состоящий из 4 вещей. Что касается винтажа, вот, пожалуйста, вот этот свитер винтажный, вот это вот, получается, блузка винтажная, не знаю, как насчет вот этой беретки. Это беретка, такая простая черная, там что-то написано «Африканский вул». Дальше идет кашемир, без рукавочка такая, от фирмы Линда Алардел Трейси, она тоже у меня достаточно долго лежала. Вот такая вот водолазочка. Что здесь у нас за фирма на этой водолазке? Ну, тоже какая-то винтажная фирма. Называется White Stack. Размер medium, акрилик и шерсть. Сейчас, да, вот раньше изготовляли хорошие качественные шерстяные, кашемир, ангорк. Сейчас намного хуже, мне кажется, качество, поэтому... Если винтажный, вот такой винтажный, обалденный цвет, в отличном состоянии, почему бы и нет. И дальше она приобрела вот такую вот, это у нас лен, блузку розовая. Здесь вот так вот завязывается, очень тоже такая классная, стильная, пляжная, что ли. В общем, она приобрела мне 4 вещи, 1, 2, 3 и вот это 4. И я ей отдала это все за $50. Это у меня вот это все, что у меня здесь есть, кроме вот этой, лежало год как минимум. Это не так давно я нашла. Поэтому мне было совершенно не жалко. Дальше. Продался Санта. Помните, я находила этого Санта-Клауса, Merry Christmas Санта-Клаус, за $20 он у меня продался. У меня проблема с коробками. Я сегодня заезжала в магазин, там почему-то нет коробок вообще нигде. Что очень-очень интересно. Что я буду делать сейчас с этим Санта-Клаусом? Я беру обычную вот эту вот сейчас United States Post Office, которая Priority Mail, самую маленькую коробочку, и потом у меня есть пакет, использованный от Амазона. Я его просто выворачиваю и затягиваю туда коробку. И все это заклеиваю, либо бумагой. И заклеиваю все это скотчем. В конце я вам покажу. И приклеиваю лейбл. Никто даже не поймет, что там Priority Mail. Также иногда я использую вот такие пакеты. Это свои личные. Я их заказываю на Амазоне. Такие черные. И вот такие спасибо пакеты. Все это заказываю на Амазоне. Далее продалась эта хрюшка. Знаете, кто купил хрюшку?
крышку купила Татьяна, одна из наших кладоискателей, из команды наших кладоискателей. И у нее тоже первая first mail, у меня даже нет коробок. Также я нашла вот пустую какую-то коробочку, сейчас все заверну. Но прежде чем я заверну, просто брошу это в коробку, я заверну вот такие вот пакеты. Потом, может быть, еще в один пакет. И вовнутрь я добавляю либо бумагу, либо еще что-то, чтобы она у вас не тряслась. Потому что там у вас вот это может разбиться. То есть, понимаете? Вот здесь вот эта коробка, она полностью забита вещами. Вещами, которые я доставляю, отправляю этой девушке, про которую я вам говорила. Написала ей вот такую небольшую записку. Кстати, я ей сказала, что у меня еще есть мужские и детские одежды. Я посмотрю, потом соберу и тебе отправлю. И вот здесь вот у меня целый огромный мешок. У меня нет коробки на это. Здесь эти штаны и футболки. Victoria's Secret Pink. Это тоже она у меня купила за $80 этот пакет. Что я сделаю? Я это повезу завтра с собой на работу. После работы я остановлюсь в офисе UPS. У них там возьму коробку и сразу же там отправлю это все. Кому интересно, я использую вот такой вот принтер. Специально для лейблов. Это самое лучшее, наверное, вложение, которое я когда-либо сделала. Стоит оно $200, но это стоит того. Вам не нужно здесь менять ни линк, как он называется, инк, ничего такого. Просто вы меняете вот эту вот бумагу, и все. Сейчас я все распечатаю, все расклею, соберу, и в конечном результате покажу, что у меня получилось. Ну что, мои посылочки готовы? Что я сделаю я завтра? Их оставлю на первом этаже у консьержа. И когда приедет почтальон Печкин, он просто заберет эти посылки. Получается, что вот это все у нас USPS. И это единственное UPS. А ту большую, которую бандл, я ее отправлю сама. И поеду сама в офис. И там отправлю, чтобы коробку там же взять. Вот так вот прошел мой воскресный вечер. Я уже сфотографировала все, что я приобрела вчера и сегодня. И сейчас я буду... Самое главное, вот это, что я сейчас сделала, все упаковала, все. Теперь можно выдохнуть спокойно, время 7:47. Что я сейчас буду делать? Это выставлять новый товар. Все, что сфотографировано, я буду обрабатывать фотографии. И я буду выставлять на свои... сайты на продажу. Также я буду делиться своим товаром, буду отсылать offers, то есть весь вечер. Но я не просто буду сидеть, работать. Я буду на заднем плане, у меня какое-нибудь видео, конечно же, будет, и я буду этим заниматься. И также для вас должна я выставить видео. У меня есть видео для вас с богатого секонд-хенда снова, поэтому на это тоже нужно будет время. Скорее всего, что сейчас я первое, что сделаю, это загружу видео, пусть оно грузится, а сама в это время буду выставлять новый товар. Вот такие вот у меня, такой выходной у меня сегодня. Упаковка, отсылка, выставлять новый товар, закупка нового товара, ну и так далее. Спасибо большое, что были со мной сегодня в это прекрасное видео. Спасибо за поддержку, за подписку, за лайки, за все-все-все. И увидимся в следующем. Пока.